барон, денег. Ебучий, от один. Голову помыть, ногти постричь, все что угодно. Могу за кошкой смотреть вашей. Мне не хватает на ТО Ламборгини 30 рублей. 40 рублей, 50 рублей, 60, 90, 91, 92, 91, 91. Помогите, вам что, жалко что ли? Ебись от меня, я что, дурак что ли? Почему? Пожалуйста, ну помогите мне, мне плохо, мне 20 лет. Тебе нельзя сюда, тебе потом будет хуже, чем сейчас. Пожалуйста, помогите мне. Ты что, охренел, что ли? Сейчас запрыгаешься. Сейчас нож достану. Москва – это город успешных и самодостаточных. Сюда приезжают в поисках лучшей жизни. Но за блеском роскошных автомобилей, дорогих ресторанов и модных бутиков стоит и скрывается совершенно другая жизнь. Молодой человек, помогите. Поможете, пожалуйста, мне? Ну да, да, ты есть нужен. Поможете, помогите. Что, ребята, как вы думаете, что сегодня я собираюсь делать? Пока что с 10 утра ко мне приехал гример. Да, представьтесь, МС справа. Привет, Маша. Видите, я похож на бомжика такого. Бомж — это аббревиатура, в переводе означает без, бомж, без образования и места жительства. Да? Определенное место жительства. Вот оно называется, улыбка-то на лице. Видите, я вижу, что вы все уже улыбаетесь. Ролик не начался, а вы уже на улыбке. Угораете с моих шуток. Пока не начали ролик, ставьте палец вверх, пишите в комментариях, почему Суба все-таки такой харизматичный. Как вы думаете, как вы считаете? А пока что МС справа ответит на наш вопрос. МС справа, что такое любовь? Не издевайся надо мной. Не, реально, что такое любовь? Хочешь, я первый объясню? Давай. Для меня любовь – это когда человек засыпает с добрыми, спокойными мыслями в голове, не думая о том, где его вторая половинка. И ты не волнуешься, где он, с кем он, где он. То есть ты настолько уверен в своем человеке, что ты спокойно можешь спать и уснуть ночью. Вот для меня это любовь. Ты что думаешь? Наверное, когда ты готов человека отпустить, чтобы он был счастлив. Ради его счастья? Да. Не, я не готов отпускать свое счастье. Тетрадки все записали сегодня в школе? А домашнюю работу сейчас все написали? А число какое сегодня все помнят? Так вот, новый ролик. Палец вверх, комментарий, а мы начинаем. Жизнь не так бывает. Родной. Mm. Родной. Ай, блядь, все утро спал. Че, новый ролик надо снимать, да? Ну да. Короче, ребята, представляться не нужно, это новый ролик. Сегодня я в роли бомжа буду подходить к абсолютно разным людям, прохожим, и проверять их на доброту. Да? Да нет, да, вас это прекрасные. Идите хорошо. А что вы здесь рекламируете? Рекламирую. Ой-ой-ой, авария, ДТП. Что это мы творим тут? Чуть пацан не врезался. Короче, основная задача, я буду подходить к прохожим, которые меня не знают от слова вообще, потому что многие подписчики догадываются, что Суба по-любому снимает очередной ролик, по-любому будут какие-то подарки, деньги и все остальное. Поэтому действует это сугубо для прохожих. Как перевод с аббревиатуры «бомж»? Без образования и места жительства, правильно? Ну, наверное, да. Да? Без определенного. Место жительства, хорош. Визитку вам дать свою, да? Да, да. Визитку просят мою. Давайте. А вам жилье требуется? Не-не-не. Не требуется? Все, до свидания. Пойдем. Ребят, я, конечно, все понимаю. Ролик с бомжом очень интересный, но нужно прерваться буквально на пару минут. Хочу поблагодарить своих друзей с FunBet за то, что помогаете, поддерживаете меня, поддерживаете мой контент. И чтобы понимали, мои друзья с FunBet сотрудничают с такими футбольными командами, как ЦСКА, как Локомотив, как сборная России по футболу. Ссылка на моих друзей с FunBet будет в закрепленном комментарии. Скачивай приложение, регистрируйся и вводи промокод СУБА, по которому ты получишь 2000 фрибетов. А сейчас для вас попадай в девяточку, попадай в девяточку. И ролик продолжается. Ролик продолжается. Дневно становится бездомными 25-30 человек. От жизни на улице не застрахован никто. Профессор, сантехник, инженер. Оказаться бездомным может каждый.
блядь, странь, что ли, ахуй. Покажи фокус. Ой, блядь, у меня нет уже. Что нет, твой, бля? Покажи фокус. Покажи фокус. Покажи фокус, я тебе денег дам. Нет, денег не надо, брат. Поняли, да, короче, ребята, просто все сливают. Никто не хочет со мной обниматься. Пойдем дальше. Деньги, а можете дать мне денег? Бля, уйди нахуй, дядя. Почему? Потому. Ты что, барон? Дайте денег. Ебучий, это один. Зачем? Вас же посадят. Дядь. Ебать, просто люди нахуй меня пиздят хотят. Охуеть. Сегодня бездомные люди есть во всех крупных городах, но больше всего их в Москве и Санкт-Петербурге. Поможешь, пожалуйста? Поможешь, пожалуйста? Сначала попробуем просто посидеть сейчас и посмотреть, как бы без инициатив никаких, не буду подходить никому специально, буду просто сидеть с плакатом и буду смотреть, будут ли люди давать мне деньги. Пока что прошло 2-3 минуты, люди многие смотрят, но не дают. Охуеть, бля, мужик бедный, дай, пытается сейчас мне походу давать бы деньги. Спасибо вам огромное. Спасибо. Можете подождать секунду? Вы на самом деле молодец. Очень. Возьмите. А? Не, возьмите. Возьмите. Тут 10 тысяч рублей. Возьмите. Не надо. Не-не-не, возьмите. Не надо. Нет, возьмите. Вы помогли мне, я теперь помогу вам. Не-не-не, ваши деньги. Все, хорошего мне. Почему? Вы мне помогли сейчас. Вы добрый человек. Вы отдали свое последнее, я уверен. Мама и поможет. Спасибо, хорошего дня. Что вы понимали? Мы увидели, как он выглядит. Мужик никак не выделяется из толпы. Только что мне сейчас дал. Мелочь, как бы, ну, сам факт того, что он мне что-то дал. За это он получил 10 тысяч рублей. Поможешь, пожалуйста? А можно обнять вас? Нет. Поможешь, пожалуйста? Сколько у вас есть? Можно 100 рублей хотя бы? Надежда. Ну, 100. Ну, сотку можно? У меня просто нет. Ну, сотку, пожалуйста. Я сдала одну, нет. 50, умоляю, мне на видно вино не хватает, красное. Я тебя понимаю, что пожалуйста. У меня нет. Хорошо, можно на секунду вас? На секунду. Возьмите. Возьмите. Зачем? Возьмите. Зачем? Я вам хочу дать больше. Чем это? Возьмите. Это 10 тысяч рублей. Зачем? Ну, вы мне дали, вы меня выручили. Вот я вас выручил. Это прикол? В чем прикол? Это настоящие деньги, можете посмотреть. Настоящие? Настоящие. Ну все, хорошего мне. Здравствуйте, уважаемый первый спецпоп. Здравствуйте. Здравствуйте. Зачем ты сегодня занимаешься? Снимаем ролик. Посвященный чему? Просто я проверяю людей на доброту. Кто помогает, я там... Пишите, что у вас на тапочке написано? А в пакете у вас деньги? Деньги раздаю, да. Она мне, по-моему, 20 рублей дала, я ей 10 тысяч. Деньги дали мне. Я 10 тысяч дал. Вон камера снимает. А проект какой-то у вас? Ну, я и блогер, блогер. А, блогер? Да. Не-не, я не блогер. Ладно, понятно. Все, спасибо. До свидания. Хорошего дня. До свидания. Добрый вечер. Можно попросить у вас пару монет, хотя бы рублей 50 на водку, на вино? Здравствуйте. Вы адвокат, наверное, да? Вы, наверное, много зарабатываете. Можно? Если бы... Ну, по галстуку, как будто вы адвокат. Защищайте людей. Можете меня защитить от полиции? Прокурор, защитить? Посадите меня. Спасибо огромное. Подождите, как вас зовут? Оксана, возьмите, пожалуйста. А зачем? Возьмите. Не-не, возьмите. Я вам хочу подарок сделать. Можно я вам шоколадку подарю? Нет. 10 тысяч ваших. Нет, не хочу. Возьмите, говорю. Нет. Нет, да. Почему? Потому я не хочу. Вы же там просили. Я нет, я снимаю видео. Возьмите. Это эти игрушечные? Нет, можете проверить. Настоящие. Вот камера. Спасибо вам огромное. Да, возьмите. Не-не-не, вы молодец. Дай бог вам здоровья, счастья и всего наилучшего. Вы помогли, я вам помог в 100 раз или сколько там. До свидания. А
понимаешь? Помогите, пожалуйста. Да нет, на алкоголь. Ну на алкоголь, пожалуйста, помогите. Вам что, жалко, что ли? Ебись от меня, ёпта, что, дурак, что ли? Помогите, пожалуйста. Вам помочь нести пакеты? Извините, можно на работу к вам устроиться, пожалуйста? Кем угодно. Угадай, кто я. Господи, а можно не трогать, пожалуйста, мою подружку? Меня испугали. Могу кем угодно работать у вас. Я могу голову помыть, ногти постричь, все что угодно. Могу за кошкой смотреть вашей. Помогите, пожалуйста, ну будьте добрее. Я вас прошу. Ну, пожалуйста, помогите. Я могу. Нечем я вам помочь, говорю. Я вам на работу все сделал, то, что вы хотите, пожалуйста. Да, я нечем. Я только пить, мне только алкоголь, купите и все. Да не на что мне покупать. Ну дайте хотя бы 15 рублей, 50 рублей, 100 рублей, 50 рублей, все, ладно, 50, все, пожалуйста. Все, что есть у меня. Ну 50, дай, пожалуйста. Да нет у меня больше. Дайте кошелек показать, достать. Вот. Не, блин, ладно, давай. Как вас зовут? Можете меня выслушать 2 минуты и уйдете? Пожалуйста, 2 минуты. Надо. Пожалуйста, 2 минуты. Как вас зовут? Александр меня зовут. Послушайте 2 минуты. Чем вы занимаетесь? Я инженер по кофемашинам. На, брат. Это тебе обратно, я тебя возвращаю. Шоколадку можно тебя угостить? Можно. 10 тысяч рублей. Заслуженные. Спасибо. А ты не хотел давать. Счастье всегда перед глазами. Не упускай. Даже девушку может рядом с тобой. Спасибо. А ты влюбляешься в других. Прошу вас. Взять. Ты что, охренел, что ли? Сейчас нож достану. Если достану нож, я в жопу сейчас достану твой нож, блядь. Это картонка, блядь. Давай, блядь. Давай. Блядь. Давай на кулаках. Ты мудак, блядь. Давай, встал. Ты ребенок, блядь. Я тебя не буду даже пальцем трогать, блядь. Я тебя тоже уважаю. Вы старше меня. Я детей не бью, блядь. Давай дружить просто. Можно к вам банду? Как вас зовут? Давайте нормально себе познакомимся. Уйди от нас, у нас дурные дела, блядь. Хорошо, вопрос. Последний вопрос, я ухожу. Не трогай нас. Можно к вам банду? Мы тебе плохого ничего не сделали. Я тебе тоже, я люблю вас. Я такой же, как вы. Почему? Парень, пожалуйста, ну помогите мне, мне плохо, мне 20 лет. Тебе нельзя сюда. Тебе потом будет хуже, чем сейчас. Пожалуйста, помогите мне. Тебе нельзя к нам, нельзя. Пожалуйста. Потому что потом, потому что ты не сможешь с нами тянуть эту лямку. Пожалуйста, помогите мне. Я малой, я маленький, мне 15 лет, мне родители кинули. Ты не сможешь. Хотя бы 5 рублей. Да почему тут надо? Пожалуйста, помогите мне. Можно к вам банду? Ты дурак, что ли? Можно к вам банду, пожалуйста. Умоляю. Какая банда? Тогда я беру свой нож. Мне похуй твой нож, блядь. 5 тысяч. Чё мне твои 5 тысяч-то, блядь? 5 тысяч. Чё 5 тысяч? Возьмите, пожалуйста. Это реально деньги, клянусь. Ну куда мне их деть-то, блядь? Потратьте. Я на двух их потрачу, блядь. На я что? Я ведь возьму и потрачу. На что? Такой вопрос. Ну, это уже мое личное дело. Все, до свидания. Благ любви. Главное, любовь найди свою. Самое важное, в голову приди, очнись. Я сплю. Ходи, сейчас еще вот так вот сделаю, ты проснешься. Хочешь? Сделать? Давай, давай. Давай. Раз, два, три. Hi, how are you? $15 million, please. Give me. Please. Give me $15 million. Помогите, пожалуйста, 50 рублей. Нет, умоляю нет, вас. Прошу вас. Меня, что, денег 50 рублей просто, прошу вас. Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, мне. Работать не пробовал. Пожалуйста, я вас прошу. Вот представьте себе сейчас на минуту. Вот я вот тебя представляю, я в такой же ситуации была. Вот прикинь, встала на ноги, работаю. А вы можете подсказать секрет какой-нибудь? Какой? Секрет, расскажешь? Центр реабилитации или монастырь. А можете номер дать? Кого? Монастыря? Mm-hmm. А, это... Нет, все, нет. Не-не-не. Все. Не, спасибо, все. Спалила. Конечно, спалила. Он не умеет, ребят, он не актер. Не получается, да? Не. А как играть надо? Вот прям совсем, прям, чтобы тебе хреново было. Вот так? О, не-не-не. А как? Тоже. Хорошо, вот так пойдет под этот палец? Нет, грим неправильно наложен. Ну-ка, плюнь. Реально? Реально. Зачем? Ну, зубы выплюни. Кого зубы? Это виниры. Ты, как ты можешь просить деньги, когда у тебя зубы белые? А вы реально были тоже бомжом? Честно? А как вы реально? Ну что у вас было в жизни? Просто мне очень интересно. Ну, срок отсидела. За что, если не секрет? Наркотики. Продавали или употребляли? И продавала, и употребляла.
И вы уже все, слезли? Да. А вы под алкоголем, я сейчас чувствую. Да. А я не скрываю этого, я люблю выпить. Но вы заменяете алкоголь наркотиками? Ну да. Я вам дам денег, но надеюсь, что вы на эти деньги, ну, правильно русло потратите. Что, правда, что ли? Ну да. Ну все, дай бог вам здоровья. Подождите одна. До свидания. Обнял. Можете помочь, пожалуйста? 30 рублей. Мне не хватает на Ламборгини. Девушка, мне не хватает на ТО Ламборгини 30 рублей. 30 рублей, 40 рублей, 50 рублей, 60, 90, 91, 92, 97, 97, 97, 97. О, добрый вечер. Поможете? Поможете, пожалуйста? Ну, я вас прошу. Нет, ну, нет, ну нет, я умираю уже, скоро умру. Ну, пожалуйста. 300 рублей дадите? 350. 290. А вы готовы пожертвовать чем-нибудь ради любви? Вот, ну, вот вы знаете, да, без водочку водите за мной бухнуть. Помогите, пожалуйста, я вас умоляю. Хотя бы 15 рублей. У меня, честно. Умоляю вас. Я вам правда говорю, у меня вообще, я лысый. То есть... Ну хотя бы рубль. Ну нету, нет. Ну 2 рубля хотя бы. Честно, ну вы готовы отдать меньше на большее поменять? Нет, не готов. Здорово, родной, как ты? О. Ты меня бьешь? Ты че, угомонись, блядь, ты че делаешь? Ты меня узнал. Я помогаю, бери, я ты не знаю. Ты меня знаешь? Ради Аллаха. Правда? Ради Аллаха, бери, брат, все, помогать тебе, помогай. А как тебя зовут? Меня зовут Дильшот. На алкоголь дам не дал? Ну, ты же помогаю, просишь, правильно? Алкоголь хочу. Ну, пожалуйста, на что хочешь, сам знаю. Садака? Садака, ты намаз Аллах. Читаешь? Намаз обязательно. Ну, я сам читатель Корана, поэтому я точно отдаю, сзади не говорю. Загадай любое число. Например, свой день рождения 0-4. Нет, ну побольше. 15. 15? 15 число, например. А что это будет? 15 число, что будет? Шоколадку хочу подарить вам, можно? Шоколад? Пожалуйста, шоколадку хочу подарить. Давай, а тебе? 15 тысяч рублей. О, брат, что это? Это вам подарок. И ваши 100 рублей обратно тоже. Ой, брат, я это от чистого сердца. Я понимаю. Аллах вас любит. Раз ну, вы спасибо. Дали, я вам вернул. Ну, спасибо. Больше. Вы кто? Человек такой же, как и вы. Спасибо вам. Ну, это... Но вам поможет, наверное? Домой звонил, мамам поговорил, папа болеет. Он онкологическим заболеванием. Папа, да? Да. Вот, да. Я тоже болел онкологией. Возьмите еще 5. Помолился Богу, что тебе... На работу было лучше и лучше. Вот Господь Бог слышал этого. Тем более месяц Рамадан. Возьми еще 5 тысяч. Это тоже вот, как говоришь. Да. Это фальшивые. Фальшивые? Да. Да ладно. Да? Ну, фальшивые так фальшивые. Все, дай Аллах тебе здоровья. И вам тоже. Давай. Это настоящее, если что. Да? Да, проверишь. Спасибо. Давай. Хорош, красавчик. Это единственный пока человек, который мне дал больше всех денег. Он достал мне, дал 100 рублей. Все остальные давали по мелочевке. Умоляю вас, помогите. Это реально мне? Ну, а кому? Подождите, как вас зовут? Я вам хочу отблагодарить. Возьмите минуту, можете уделить внимание? Да, я надо. Нормальный. Тут 10 тысяч рублей. Не надо. Очень. Подождите, послушайте меня. 10 тысяч рублей. Нет. Вы мне помогли, я хочу вам помочь. 10 тысяч ваши. Все, отвечаю честно, я блогер, он камеры снимает. Я адекватный, нормальный парень. Честно. Я снимаю ролик. Это реальные деньги. 10 тысяч я вам дал. Номиналом по 100 рублей. Все. Я не беру назад деньги. Если я дал, я не беру. Возьми. Зачем? Сами посмотрите, настоящий или нет. Ну, какая разница. Ну, посмотрите. Даром деньги не дают. Дают. Я зарабатываю много, поверьте мне. Поэтому я думаю, что вам эти деньги больше помогут. Счастья, здоровья, вы молодец. До свидания. Меня зовут Суба. В инстаграме Субо. Видите, вы поймете, кто я. До свидания. Скажу честно, быть бездомным – это реально очень тяжело. Никто не обращает на тебя внимания, никто не смотрит, и тебя как будто просто не существует. Ставьте палец вверх, пишите в комментариях, как вам ролик. Суть ролика в том, чтобы вы были чуточку добрее, улыбайтесь. Помогайте вокруг другим людям. Бумеранг счастья и доброты всегда к вам вернется. Я всегда говорил и буду говорить, что доброта спасет мир. Поэтому я за доброту. Как-то так. С вами ваш Суба, представляться не нужно. До скорых встреч. Все решено, мне не звони, не люблю я давно. И у сообщений статус не прощено. Наша любовь, это титры в кино. Но мне все равно.
Многие помогают, точнее, многие не помогают. 10% людей помогали, как бы, и помогали мелочи в основном, 10 рублей, 20, 30 рублей. Все, спасибо огромное, ставьте палец вверх, пишите комментарии, как вам ролик. А я поехал дрифтить на BMX-е. Ай, блядь, сука! Ай, блядь!